Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня я вам покажу, где находятся подарки на 9 мая. Собрал я примерно 40 подарков, всего их 74. Обязательно поставьте лайк, пацаны, и не забудьте подписаться на канал. Давайте постараемся до конца лета набрать 16 тысяч подписчиков. Также хотел бы напомнить про свой промокод. Мой промокод Кирилл Гейм пишите вместе капсом. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. В общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод может вводить на любом сером один холиплей. Все, пацаны, желаю вам приятного просмотра. Первый подарок находится на территории ФСБ. Как получается ехать в Арзаман, здесь есть ФСБ, и на их территории находится вот такой вот подарочек. Следующий подарок находится возле церкви, получается, в Батырево. Там есть лесопилка в той стороне. Вот здесь, возле церкви, находится подарок. Вот здесь. Следующий подарок находится в порту, получается, где еще дальнобойщики есть, я думаю, все понимают это место, недалеко от Кёрнис. Вот здесь, получается, находится подарок. Вот сюда забирайтесь, и здесь, получается, вот, подарочек есть. Витёк Камаматов, передаю тебе привет. Еще один подарок находится также в Батырево, получается, недалеко от Батырево, ну, прям в самом Батырево, получается, где парк. Здесь есть аттракционы. И вот здесь находится, получается, подарочек. Вот, давайте вам на карте покажу. Вот здесь прям находится подарок. Еще один подарок находится прям, получается, на ивенте. Вот здесь подарочек находится недалеко от лесопилочки. Вот здесь в углу. Давайте вам на карте покажу. Вот, примерно вот здесь находится подарочек. Вы можете это место найти с помощью команды Vectory. В принципе, вот эта команда. Прописывайте, у вас появляется там такой значочек в виде кубка. Следующий подарок находится в Гореле, почти в конце, получается, вот, где последний дом, вот такой вот находится, и здесь находится вот такой вот подарочек, давайте на карте покажу, вот, Горель, получается, и в конце Горели находится подарочек. Еще один подарок находится, получается, напротив Анашана, рублевочка есть, и здесь, прям возле въезда, вот здесь за кустом стоит подарочек, вот он, давайте вам на карте покажу, вот в этом месте находится подарок. Так, я нашел еще один подарок, получается, он находится тоже на Рублевке города Южный. Ну, Рублевка напротив Анашана, короче. Я думаю, понимаете, где это место находится. И здесь, в конце, получается, второй улицы, находится вот здесь подарочек. Давайте я на карте покажу. Так, вот здесь, получается. Так, вот нашел еще один подарок, находится он в Южном, на крыше, получается, клуба 8 бит. Вот в этом месте. Следующий подарок, пацаны, находится на разгрузке в Южном, там, где дальнобойщики, в принципе, загружаются, выгружаются. Вот на такой вот здании, короче, маленьком. Давайте на карте покажу. Вот в Южном и вот здесь, короче. Следующий подарок находится на крыше завода, получается, в Южном. Вот, напротив Останкино. Вот Останкино, здесь есть, короче, вот завод. Давайте его на карте покажу. Вот, на крыше этого завода находится подарок. Следующий подарок находится на рыбалке в домике рыбака. Вот заходите, получается, где покупать снасти там и так далее. И здесь находится подарочек. Следующий подарок находится на крыше в Арзамасе, получается, возле разводчика. Вон там разводчики продуктов, получается, база. И вот здесь на крыше находится подарок. Следующий подарок также находится в Арзамасе, получается, где сломанный мост. Давайте покажу вам на карте. Вот, получается, Арзамас. Здесь есть сломанный мост. И в конце этого моста за контейнером находится подарок. Следующий подарок находится также в Арзамасе, возле стадиона, получается. Вот стадион. Вот. И вот здесь находится подарочек, получается. Вот он. Возле такого вот здания. Следующий подарок находится недалеко от ТРК Ритма, то есть ТРК Арзамаса. Вот здесь находится. Здесь раньше есть военкомат был. Короче, здесь раньше был военкомат, даже вот интерьер остался, поэтому... Вот здесь находится подарочек. Давайте на карте покажу. Вот в этом месте. Так, нашел еще один подарок. Он находится, получается, на крыше дома. Он там... Итак, нашел еще один подарок. Он находится на крыше дома. Вон там, получается, вокзал Арзамаса. И вот недалеко от него находится здание. И вот здесь находится на крыше подарок. Давайте на карте покажу. Вот в этом месте находится подарок.
Так, не успел я далеко отлететь, нашел еще один подарок, получается. Вот въезд, получается, в Арзамас. И вот первый домик, и здесь на крыше находится подарок. Давайте тоже на карте покажу. Вот в этом месте, в принципе. Так, еще один подарок находится, получается, в Арзамасе, напротив АЗС-ки. Ну, почти напротив АЗС-ки, здесь есть гаражи. И давайте на карте покажу. И вот здесь находится подарочек, если что. Итак, следующий подарок находится, как ехать с Арзамаса на склад, получается. Здесь есть компания, и на крыше этой компании находится подарочек. Так, следующий подарок находится на бывшей военной части номер 2, получается, вот на крыше. Давайте на карте покажу. Ну, возле склада, короче, находится, вот склад здесь, и здесь бывшая военная база была. И на крыше этой территории, короче, вот на этом здании находится подарок. Так, следующий подарок находится на военной базе, уже в Батырево именно, получается, на взлетной полосе, прям в конце взлетной полосы. Если оттуда ехать, получается, сначала, вот, в конце здесь есть, получается, подарочек, вот он стоит. Так, еще один подарочек находится также в Батырево, на военной части. Здесь находится заключенный, получается, такая площадочка. И вот здесь, получается, находится подарочек. Так, следующий подарок находится, получается, в Бусаево. Здесь есть такой военный полигон, и здесь находится подарок. Давайте на карте покажу, вот. В этом месте, вот Бусаево, в принципе, и здесь находится подарочек. Следующий подарок находится на той же самой территории, получается. Вот я там подарок брал, и здесь, в другом углу, находится еще один подарок. Итак, следующий подарок находится также в Бусаево, получается, но уже возле дома. Он здесь такой один стоит, давайте на карте покажу, вот. Вот здесь есть дом, короче, и вот здесь находится вот подарок. Так, еще один подарок находится, получается, на такой застроечке небольшой. Вот за этим зданием, сейчас покажу, тоже в Горелии. Вот здесь столовая есть, в принципе, бургер нарисован. И вот здесь находится подарок у нас. Так, следующий подарок находится также в Бусаево, но уже чуть дальше, возле церквушки. Вот церковь, и вот здесь находится подарочек, в принципе. Давайте покажу на карте, вот, в этом месте. Итак, следующий подарок находится в Арзамасе, уже получается возле АЗС, которого возле дальнобойщиков, получается за гаражами, вот, в этом месте находится подарочек. Следующий подарок находится также, получается, в Арзамасе, за таким вот зданием. Здесь раньше пиротехника была, ну, еще давно, короче. Вот мостик, получается, здесь за этим зданием подарок находится, давайте покажу на карте. Так, вот, получается, в этом месте, да, вот в этом месте находится подарок. Следующий подарок находится почти напротив, получается, базы дальнобойщиков. Вот здесь еще спортзал. Короче, на крыше спортзала, получается, в Арзамасе, который находится недалеко от ППС. Следующий подарок находится, получается, здесь раньше грузчики были, не знаю, как объяснить. За ППС, короче, вон, там ППС у нас, получается, и вот здесь за ППС находится подарочек, короче. Следующий подарок находится уже в Южном, получается, на вагоне поезда. Ну да, на вагоне поезда, получается. Сейчас на карте покажу. Вот, напротив 8 бит. Так, следующий подарок находится, получается, в Южном. Возле костра вот такого вот. У въезда в Южный, можно сказать. Сейчас на карте покажу, вот. Вот здесь в лесу находится, короче, подарочек. Еще один подарок находится, получается, возле ОПГ Южного. Вон там ОПГ Южный. Здесь в лесу находится, получается, подарок. Давайте на карте покажу, вот. В этом месте, получается, возле ОПГ Южного находится подарочек в лесу.